вы на канале Лиса Киса. И смотрите, какой у нас домик лол. Мне его подарил Дед Мороз, и сегодня мы его распакуем. Вы не знаете, как мне не терпится его открыть. Это самый лучший подарок для девочки. А мне тоже такой скоро подарок. Круто, значит, наши куколки будут приходить друг к другу в гости. Ну что, ребята, мне не терпится открыть, так что давайте откроем. Так, давай. Авелинка, вот, смотри, я начинаю здесь. И здесь скотч. Как его здесь открыть? Давай я открою. Попробую. Не, Авелинка. О, а здесь для чего эта дырка? Вот это оно стартануло. Не знаю, я хочу его порвать. Нет, Авелинка, давай не будем рвать. О, сразу открылось. Пока. Вот это нам не надо. Так. Так, ребят, Авелинка, такая большая коробка, не могла даже еле открыла. Так, вот это нам не надо, здесь пенопласт. О, сразу автобус! Как его отсюда достать? Алис, давай, ты с этой стороны? Нет. Так, держи, держи там. Опа, чё? Ого! Это нормально такие подарочки делать? Опа, чё? Ну что, начнем с автобуса? Да. Давай. Ребята, смотрите. Так, вот это пока что в сторонку. Ага. Давай мне я его. Нет, вот сюда. Вот здесь. Ага. Подлежит, а я за автобусом. Вот автобус наш. Я вообще-то думала, что там готовый домик. И нам надо будет достать всю мебель и положить. Но это не так. Ой, я еле открыла, Авелинка бы точно не смогла. Так, и... Алис, смотри, а другой стороны. Еще... Смотрите, ребята, вот здесь вот будет пойти снег. Ребята, смотрите, здесь пойдет снег, и вот этот снег. И вот так здесь много. Раз. Ой, два. Один выпал. Ничего. И сейчас... О, это чемоданчики. Чемодан. Давай откроем сейчас. Давай. Нет, нет, давай сначала все вещи достанем. Так, и здесь что у нас? Вот у нас. Это лестница. Да. Вот здесь ходит мальчик. Ага. Так, а нет, здесь... это такая девочка. Такие девочки. Нет, это мальчик. Авелинка, это мальчик. Там еще что-то тяжелое. Я его достать не могу из-за этого снега. Освободим. Алиса, а давай мы сначала чемоданы все откроем, а потом девочку. Нет, давай сначала дом соберем и потом их запустим, чтобы они пришли в самый настоящий домик, и он был нормальный. Ну давай. Вот это самая большая распаковка. Вы смотрите на эту трубу. Авелинка, видишь вот эту штучку, где да, вот такая поднимашка? Вот она. И вот она, и, короче, нам надо еще достать вторую вот эту. Оно такое завитушное. Завитушное. О, а вот и сама качелька, какая должна да, там быть. Нет, это не качелька, а такой лифт. Подъемник. Да. Это такой, такие подъемники есть на лыжах, чтобы подниматься на гору. Ять! О, вот тут сидушка мягенькая, потрогай. Как котик кого-то. Вот именно, как котик. И вот этот бассейн. Да. И это теплый бассейн, какой, в каком тепло, даже на улице, когда холодно. Смотрите, и это каток. То есть тут куколки будут ездить. Эта штучка пошла по адресу, потому что... Здесь вот такие завитушки, оно вот так вот, сердечко. Вот там сердечко идет на котика, Алиса Киса и корона. Люблю Алису Кису, королеву. Ребята, смотрите, эта штучка, вот эта, и она должна светиться. Вот она так стоит, и... Вот это
гирлянда. Гирлянда. А ну-ка я попробую, она включается или нет? Смотри. Тут, наверное, тоже батарейки надо ставить. А, да-да-да. Вот, надо батарейки. Ага. Иди. На батареечную. Так, я сейчас приду. О, а вот это я знаю, что... Это должен быть снег, потому что здесь лапки животных. И, конечно же, это вот эта штучка. Видишь, там животные показаны. Здесь больше ничего нету. Давай чемоданчики, когда откроем коричневую штучку. Давай. А, точно. О, чай. А я это, наверное... А тут отверстие. Опа! И вот еще одна стена. Опа, чё? А это я точно знаю. Это, наверное, пол. Да, это пол. Это пол. Алиса, держи. Ребята, смотрите. И вот это вот так вот должно быть. Вот это вот так. Ой, смотри, это вот эта штучка. Это крыша. Ну все, больше ничего. Ура, мы наконец-то его собрали. Здесь столько много горочек, деталек, стеночек. Я еле его собрала. И смотрите, ребята, эти ступенечки превращаются в такую реактивную горку, чтобы съезжать прямо в бассейн. Вот такой бассейн. Вот этот бассейн сюда, а это туда. Так, можно сказать, что это даже джакузи. Джакузи мы сюда. А Велинка показывает ребятам, что может делать наши коньки. И они светятся. Так, и давай вот чемоданчики открывать. Чемоданчиков у нас много. Я вот этот первый. А я вот этот. Ребята, смотрите, у меня вот такие полочки. А Велинка, смотри, эти полочки раскрываются. Опа. И вот сюда можно что-то положить. У меня нет. У меня такие кресла. И смотри. Разные цвета. Можно их или вот так, или сделать, как будто кресло. А у меня вот что. Это холодильник. Холодильник. Смотри, его надо поставить сюда. Видишь, здесь всякая еда. На кухню надо. Да. Вот видишь, это кухня. Да. Ребята, смотрите, у нас здесь шар, и мы его ставим вот так вот. Я хочу выбрать вот этот чемоданчик. А я вот этот. А у меня полотенце. Ой, это не полотенце. Что это? Это штучки для кроватки. Одеяло. Подушечки. Это для мальчика и девочки. Ага. И простые. Это коврик сюда поставим. Да. Это не отделка. Так, вот еще одна подушечка. Три подушечки. Я вот этот хочу открыть. Пока что вот этот. Вот здесь вот точно должен быть унитаз. Я не знаю, зачем я думаю, но потому что он работает. Это что за дичь? Это дичь. Это какая-то дичь. Это что такое? Это маленький. Так. А у меня унитаз. Ой, сюда надо поставить батарейки. Не знаю, они там есть. Стоп, а это что? Нажимай. Ребята, смотрите, сделали дела, закрыли унитаз. Авлинка, нажимай сюда. И вот здесь вот туалет. И вот здесь вот туалетная бумага. Давай поставим его на его место. Я вот этот. Ой, значит, я вот этот. Ого, большие. Я думаю, в моем знаешь, что будет? Что? Что-то такое большое. Кроватки. Я хочу, чтобы в моем кроватке они... Смотрите, а у меня столик со стульчиками. Камин, давай! Камин, держи! Ребята, это настоящий камин. Опа. И он горит. Ребята, смотрите! Нет, у меня кроватка!
Блинка, это диван. Они, это диваны. Смотри, знаешь, как их собирать? Как? Я тебе помогу. А, может, трон-труха просто вот так? Не так, наоборот. Вот так. Вот, дальше, вот этот мы ставим вот сюда, а вот этот мы ставим вот сюда. А у меня, Авелинка, доставай подушки. Так, вот розовая, здесь вот у нас вот так вот. Розовая одеялка. Девочки. А второе одеялка. Мальчик. Так, так, да, 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 да. Смотри, раз. Вот держи. Тут девочка. А у меня, мальчик, так. Вот, смотри, какой мальчик, он в шпагате был. У них одинаковые волосы. А ноги еще купальники, колготки. Смотри, привет, сестренка. У них одинаковые глаза и волосы. И у моей еще купальники. Смотрите, это их питомец. У него тоже одинаковые глаза и прическу. Давай покажу. Вот такая прическа мне смешная. И он еще что ли умеет писать или плеваться? У него носик такой мягкий. Смотри, это похоже, это бутылочка твоей девочки. У меня костюм мальчика твоё. Давай, спасибо. Смотри, я тебе все время все находила, а теперь ты мне что-то нашла. Да? Так, пакет ты открывать не хочешь? Вау, смотрите, это теплая зимняя кепочка. И у меня здесь пушистенькая. А у тебя наушники и воротник пушистый. И смотрите, какой у меня пацан. Ту-ту-чи, ту-ту-ту-ту-чи. И бутылочка его чи-чи. Ту-ту-чи, ту-ту-ту-ту-чи. Он плюется. Вау! Авелинка, смотри, розовая для девочки, а оранжевая для мальчика, я так понимаю, да? И поехали? Тихо! Остановка, начало дома. Смотри, вот здесь вот спит мой мальчик, потому что он на зеленой кроватке должен, а девочка на розовой. Только не забирала девочки подушечки. Я бутылочку мальчика положу в холодильник. Интересно, что они делают? У меня есть предложение, как мы это узнаем. Знаешь, как? Я знаю, мы их опустим в воду. Да, и где вода будет? Правильно! В бассейне! Ща! Авелинка, я пока что буду наливать. Так, давай теперь мой. А выбирай, убирай свой, убирай. И опа! Ой, и он не меняет цвет. Мой встал. Так, я знаю, как Авелинке помочь. Мне просто надо одеть обувь. Так, ребята, это настоящий новогодний домик. Это мечта каждой девочки. И он очень красивый. И наконец-то мы его собрали. Он готов. Это самый крутой подарок от Деда Мороза во всей моей жизни пока что. Ребята, если вам понравился этот домик, если вам понравились вот эти куколки с принадлежностями, то, пожалуйста, поставьте лайк. А еще, напишите в комментариях, какой вам больше всего элемент понравился в нашем доме. Не унитаз. И не забудьте поставить лайки, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока!